Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ян Райнс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку Freedom Fighters. Итак, мы вернулись на нашу базу, запаслись всем необходимым, взяли все наши патрошки, и теперь можем приступить к новым заданиям. Итак, у нас на выбор есть пожарная станция, гавань и гостиница. Давайте попробуем с гостиницы начать, посмотрим, что у нас здесь. Так... Вот мы видим уже наших товарищей. Давайте завербуем парочку с собой. О, к нам уже вражина подбегает. Так, пацаны, давайте им покажем. Отстреливайте этих скотов. Давайте, смелее, ну. Упс. Прости, братан. Сорян. Куда все разлетелись-то? Я что, один воевать без вас буду, товарищи? Давай, 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 давай. Обходим их, обходим. Так, смотрите, там по прямой стоит пулемет, причем не один. Я так понимаю, туда лезть не стоит, наверное, напрямую. Нас быстро сейчас расстреляют. Так, что у нас здесь? Так, вон я вижу проход. Давайте тогда попробуем обойти их с тыла. Так, соратники, вы за мной полезете на крышу? Лезут, замечательно. Тогда и обойдем их. Так. Проверим, что тут у нас. Нормальная комната. 2 на 2. Так, идем наверх. Может быть, есть выход на крышу? А, нет, да. Здесь наш товарищ стоит. Давайте похиляемся, у нас аптечка максималка. Ну извини, братан, мы тебя сейчас взять не можем, у нас харизмы недостаточно. Ты все равно за нами не пойдешь. Так, давайте продолжим их обходить, наверное, с тыла, потому что на пролом, опять же, лезть не очень хороший вариант будет. Давайте, давайте сюда. Ага, у нас еще здесь и снайпера стоят. Ну как стоят, уже не стоят. Давайте воспользуемся их винтовкой. Поочищать немного, товарищи наши. Это что сейчас было? Давай, вылетай, родной. Что ж ты будешь делать-то? Так, ладно, давайте продолжаем тогда. Попиляемся, у нас аптечек все равно много. Соберем наши патрончики. Отлично. Пацан, привет. Давайте строим канализацию, она нам пригодится в любом случае. Вдруг нам сюда придется еще возвращаться. Угу, отлично. Так, ну давайте исцелим вот этих товарищей. Они нам, в принципе, пригодятся, если вдруг наших убьют, и мы захотим завербовать кого-то нового. Сиди на пулемет, сидят. А ну слезай оттуда. Еще на вышках. Ну ладно, с вышками мы потом разберемся. Так, что у нас, ребята, здесь? С автоматом, с пистолетом. Ну, мы пока вас тоже не можем вербовать. Давайте тогда пробежим, посмотрим, какие тут ништяки у нас есть. Все-таки здесь военный пост у них. О, это мы удачно зашли. С4, гранатки. Ой, сколько аптек-то, смотри, ой, как удачно. Так, ну дробовик мы не будем брать. Он нам ни к чему пока. Так, вот здесь может быть какой-нибудь ништячок. В плане, может быть, исцеления какого-то больного, раненого. За которого можем получить харизму. Так, нет, что это у нас здесь? Вражина лезет. Так. Очищаем собак. Что у нас здесь? А, смотри, значит, 2 пленных валяются. Замечательно. Так, вражды нету. Есть, но они вроде нас не видят. Так, как нам открыть вас? А, просто, значит, ключом, да? Ну, хорошо, давай. Отлично, подъем, товарищи. Хватит лежать, мы за вами. На холодном асфальте лежат такие. Вообще молодцы, ребята.
Так, давайте тем же путем тогда вернемся. Мы как раз там недавно открывали канализацию. Сможем их обратно туда вывести. Идете, да? Отлично, они идут за нами. Тогда, в принципе, нам их вести сейчас не очень далеко здесь будет. Смотри, уже партизан какой-то прокрался туда, собака. Убою! Кого ты убоишь-то, дружище? Это мы тебя сейчас убоим. А он, зараза, смотри, на пулемет засел. Твою мать, ты что делаешь-то, собака? Слушай, ты посмотри какой, а? Почти два раза нам по пол хп снес. Опасный черт. Так, давайте сначала спасем наших заложников, чтобы их не убили. Давайте, давайте, давайте сюда. А где заложники? Пацаны, ну бегите сюда, скорее, скорее, пока вас не убили. Давайте, 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 давайте. Так, отлично, мы спасли. Все, спасли обоих, получили харизму, но нам все равно немножко не хватает до третьего слота. Так, ну что ж, давайте тогда попробуем пройти ко второму нашему заданию. Что у нас здесь осталось? У нас осталось захватить флаг на гостинице. Отлично, сейчас захватим. Получай, собака. Так, давайте посмотрим, можно как-то это дело обойти, потому что бежать по прямой, опять же, не очень хороший вариант будет. Еще и вертушка где-то. Вертушка нас очень быстро может снять. А, что это у нас? Вот, проход есть какой-то. Давайте посмотрим. Так, у нас есть канализация, на всякий пожарный откроем. Так, замечательно. Похиляемся. Так, извини, дружище, мы тебя взять не можем. Но зато у нас здесь есть тайный проход. Опять же, сейчас обойдем их с тыла, посмотрим, что у нас здесь. Ага. Снайпер и обычный солдафон стоят. Замечательно. Так, давайте возьмем снайперку. И немножко отстреляем наших дружищ с важных позиций. Так, ладно, не на пулемете. Где еще товарищ? Опа, готово дело. Готово дело. Так, нет, промазал. Так, вон еще снайпера вижу. Готов. Все, у нас патроны закончились. Так, ну хорошо, давайте тогда сразу побежим на пролом, наверное, чтобы время не тянуть. Отлично. Собственно, вот мы видим уже флаг наш. Давайте, давайте. Друзья мои, вы где? Нападаем. Давай в стиле света их прорывай, собак. Гоу, 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 гоу. Так, то здесь, в принципе, подняться на второй этаж не так далеко. Ну, пускай стреляют, мы их обойдем по-хитрому сейчас. Ух ты, это что за ниндзя подкрадывается? Отлично. Собственно, вот наш флаг. Забираем. У нас уже одного ранили, но нам это уже не суть важна. Замечательно. Выполнили нашу миссию и улетели вниз. Давайте тогда выберем другую локацию. Давайте перейдем в пожарную станцию, посмотрим, что у нас здесь. О, замечательно, мы получили нашу третий слот под наемников. Набрали нужное количество харизмы. Идем, дружище. Так, нам бы еще двоих. О, ребят, нам, собственно, вы и нужны. Так, у нас есть раненый. Вот мы его исцелили и получили 15 харизмы. На это дело мы потратили одну аптечку. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Нам нужно разрушить мост. И нам нужно захватить пожарную станцию. Что ж, хорошо. Сейчас сделаем. Ой, а у нас закончились патроны. Вот это неприятная ситуация. Так, давайте посмотрим. Здесь должны быть ништяки какие-нибудь наверняка. Что у нас есть? У нас есть куча пистолетов и аптечки. Давайте восстановимся до полного здоровья и пойдем дальше. Так. Что у нас здесь?
О, как замечательно, у нас здесь есть пулеметик. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Так, дай-ка мне, дружище, я сам на него сяду сейчас. Устроим им веселый Новый год и праздник. Получайте, получайте, друзья мои. Патронов на всех хватит, всем дарю бесплатно. Так, а вот этих нам никак не снять, собак. Это не очень приятная вещь. Ну ладно, разберемся сейчас по ходу событий. Так. Есть у нас еще кто? Вон там вижу, подкрадывается. Вон еще крадется собака. Так, ну ладно, поехали дальше. Так, вот из броневика они обычно вылезают, это очень плохо. Но мы вроде бы как обошлись без них. Броневик нас не заметил каким-то странным чудодейственным образом. Угу, замечательно. Патрончики есть. Так, значит, давайте опять похиляемся. И попробуем это дело пройти. Смотри-ка, их кто-то убивает. Это кто? Ну, давайте патроны сейчас соберем, пригодятся. Так, а кто здесь? А, наши ребята стоят. Здорово, чуваки, спасибо, что помогли нам. Так, пополним наши боезапасы. Аптечки у нас полные, замечательно. Так. Очередной отряд. Нормально, от взрыва разлетелись все. Так, еще бегут, бегут. Убиваем их, пацаны. Атаку. Великолепно. Смотри, не палец. А, нет, увидел. Увидел, получил пулю, собака. Все верно. Так, давайте поднимемся вот здесь. Наверняка здесь тайная база каких-нибудь снайперов. Совершенно верно. Вот их точка. Так. Возьмем-ка снайперку. Воспользуемся ей. Так. Не надо шкериться, дружище. Не надо шкериться. Так, пулеметчика. Закончились патроны, печально. Так, ладно, опять похиляемся, поскольку у нас аптечки полные. И добро это, жалко будет пропадать. Почему вот эти ребята не могут сумки брать, я не понимаю, серьезно. У них дофига сумок, почему бы не набирать вот эти аптечки с собой? Очень бы пригодились в дальнейшем. Ну или хотя бы на базу приносили наши запасы, чтобы мы там могли всегда пополняться до полного боекомплекта. Так, что у нас здесь? Опять аптечки. Ну, давайте опять похиляемся. С аптечками вроде проблем нет здесь. Не испытываем критичные запасы. Так, патроны у нас полные. Вот вертушка, мне это не нравится совершенно. То есть она нас очень быстро будет убивать. Так, а здесь что у нас? Так, а вон вижу пацана. Пацан, здорово. Так, пацан предлагает нам взорвать мост. Хорошо. Так, это плохо было. Так, вертушка нам по нам уже гасит. Это очень неприятная ситуация. Бегом, 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 пацаны. Нас сейчас тут быстренько всех превратят в кашу. Так, соберем наши патроны, и теперь мы можем наверняка уже подорвать. Да, смотри, у нас есть C4. Мы все это дело устанавливаем. Бегом, 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 пацаны. Ща все рванет. Давай, бадабим, бадабум. Замечательно. Опять аптеки, восстановим здоровье и пройдем. Так, что у нас теперь осталось по заданию НАСА? Осталось захватить пожарную станцию. Собственно, этим мы сейчас и займемся. Так. Здесь мы можем забираться, нет? Можем, конечно, или нет? Ну давай, забирайся уже, ну. О, сколько наших. Здорово, пацаны, здорово. Вертуха по нам гасит, это плохо.
И главное, что у нас нет оружия, от которого бы можно было от него избавиться. То есть там гранатометик или там ракетница какая-нибудь. Я очень сильно сомневаюсь, что мы сможем с нашего калаша как-то причинить вред бронированному вертолету. Так, давайте тогда прорываться с боем. Там опять же пулеметы, напрямую идти не очень хороший вариант. Так, наши соратники здесь стоят, пригодятся, если что. Пардонте. Давайте, давайте, дружище, атакуем. Замечательно, убили. Ну как он крепкий, зараза. Так. Так, у нас кого-то ранили. Где? Ладно, не будем заморачиваться. Все равно мы здесь уже почти все прошли. Извини, дружище, нам придется тебя там оставить. Как бы это странно ни звучало. Отлично. Еще один готов. Так, мы можем здесь пройти, наверное, да? Собственно, вот наша пожарка. Нам осталось добежать до флага. Отлично. Разобрались. Супер. Это что за солдат в текстурах там бегает? Ну ладно, не важно. Так, давайте, наверное, похиляемся. Аптечек у нас много. Рисковать не будем. Уютненько. Забил на войну, сел. Посидел, телек посмотрел. Не телек, там помехи какие-нибудь. Цивильная форма, кстати, можно было бы с собой на базу взять туда. Прикинуться, так сказать, пожарниками. Так. Что у нас здесь? Отлично, мы добрались до флага. Наша основная цель. Так, я слышу вертуху. Это очень плохой знак. Надо быстренько флаг захватить, иначе он нас сейчас изрешетит. И мы справляемся, надеюсь. Есть, мы успели вовремя. Давайте вернемся на базу тогда. Автозапись прошла. Ну что ж, ребят, на этом мы сделаем небольшой перерывчик. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии под видео. Всем хорошего дня, удачи и до скорых встреч. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.